Каждый день в редакцию программы «Народ и власть» поступают десятки вопросов. Одни просят решить личные проблемы, у других масштабы куда серьезнее – районного и даже всей страны. В топе коммунальные вопросы подачи воды, тепла и природного газа. Вопрос справиться, не справиться – это, я думаю, не к месту. Мы должны и обязаны справиться. Соответственно, и трубы по водоснабжению, газоснабжению и электроснабжению мощности, они будут определены. Сроки в Акимате регулярно озвучивают, только некоторые подрядчики не могут в установленное время уложиться. Не все, конечно, есть и исключения из правил. Частично я с каждым встретился, понимание есть. Я, как в прошлый раз говорил, время нужно. Конечно, накапливались все проблемы годами, но мы это будем решать поэтапно. И самое главное – понимание есть. Народные избранники, говорят, будут контролировать работу Акимата и помогать в приоритете решения проблем населения. Всегда легче идти, если знаешь, куда идти и зачем идти. Поэтому мы знаем, где будет город, где будет производственная часть и где будет парковая зона. А наши чиновники знают, куда идти? Кто? Чиновники. Чиновники знают. Между депутатами и чиновниками отношения должны быть чисто деловые. Я это говорю и требую от всех наших коллег, чтобы все было в рамках деловых взаимоотношений. Это, во-первых. Во-вторых, в рамках этики госслужащего и депутата. Сейчас в Шымкенте новый аким. На некоторых руководящих должностях сменились чиновники. Депутаты замерли в ожидании перемен. Вот то, что новая команда, это, я думаю, это естественные замены, потому что вы знаете, что эти места были вакантными, а их надо было заполнять. Я думаю, сейчас будем смотреть, насколько будут они компетентно работать. Наша задача на первых порах помогать. У нас цель одна. Если будет хорошее взаимодействие между маслихатом и акиматом, то работа наладится. К слову о доступности. Вопросы, которые интересуют каждого из вас, можно задать в прямом эфире программы «Народ и власть» и получить ответы.